Да, друзья, вы все правильно поняли. Я еще раз приехал в Тулу, потому что я каким-то образом не доснял, ну, точнее, не каким-то образом, а просто не успел в прошлый раз, когда я сделал с Яриком BKL Elevators. Так вот, мы с ним не успели, к сожалению, снять оставшиеся раритеты, поэтому я сегодня поехал без него. Вы посмотрите, какой здесь необычной планировки подъезд. Вы понимаете, чтобы дойти до лифта, чтобы вам подняться к лифту, нужно пройти 1, 2, 3, 4, получается, пролета. Это какая-то жесть, потому что, ну, здесь на первом этаже разные магазинчики, как я правильно понял. Поэтому такая компоновка подъезда необычная. Камера тут висит. О, сенсорная кнопка. Что интересно, здесь обычный домофон Metacom, хотя обычно в Туле Metacom'ы с RFID, с RFID ключами. А здесь с обычным считывателем. Так, как бы мне сейчас... Вот. Всем пока-пока.